Парни, короткая работа. Давай, 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 мужики, не выключаемся. В отбор сразу, сразу. Меня, Сережа. Откройтесь, откройтесь. Откройтесь, давай. Вот, Валера, здорово. Все, 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 тренер сказал, все, сразу переключаемся, не тратим время. Ну вы же рядом, давай. Чуть короткая, и открылся, отдал и чуть-чуть в сторону. Давай, 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 играть, давай, давай, пошли, пошли, я за них, давай. Давай, 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 давай. Здорово, здорово, здорово. Наш мяч, стой, стой, стой. Ну мы отобрали, ну как, ну. Миша жив, давай в игру. Саня, тебе можно руками ловить. Оба с голоса. О, Саша Саутин. Ребят, вот здесь ваш, вообще ваше включение. Это самый лучший шанс, когда соперник не думает. Он не принимает решения. Быстрее тогда, быстрее работаем. Ничего, здорово, здорово, Андрей, здорово. Оказывается, и левенькая есть, да? Была всегда, отлично. Валера, не мельчите, Валера, не мельчите! Быстрее разворачивайте игру! Давай, 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 вот сейчас! Они поплыли уже, давай! Ну ты же рядом, Мазур, ты же рядом, Илья! Хорошо, хорошо, Миша, хорошо! Пауза. Здесь надо с мячом управляться быстрее. Вы должны поиграться. Вы должны составить преимущество. И оно у вас есть. У вас очень много ворот. Когда вы делаете перевод, вы все должны работать по мячу. Мы все должны работать по мячу. Обороняющиеся, вот они не успевают. Они начинают, пошел мяч здесь. Они там, пока сюда они пошли. Пока сюда они пошли. Вот пока они пошли, мы, парни, должны уже забить гол. Мы для этого быстро работаем с мячом. И постараемся друг по другу. Думайте сейчас о том, как выиграть эту игру. 15-8. Давай, вытащим. Вытащим и забьем. Давай, 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 давай. Не я должен это подсказывать. Вы это ему должны подсказывать. Вот пока вы пьете воду, парни, вот сейчас вот просто наглядно, в упражнении наглядно, то, что происходит в игре. Если вы забиваете гол, вот вы сделали раз и два вы сделали, то больше тогда уже надо разворачивать, потому что там будет всегда скопление возле мяча, скопление игроков. А вы начинали, вы теряли больше мячей, когда делали раз, два и хотели здесь еще и забить. Нет. Один раз так не получилось, второй раз не получилось, третий. И вы тратите силы потом на отбор. Ребят, здесь в каждом участке поля, в каждой зоне расставлены в эти ворота. Это означает, что если я сделал раз-два, у меня должен быть разворот игры. Он может быть не длинный. Он может быть по земле и должен быть по земле. Если вы это делаете длинной передачей, будьте добры тогда все открываться под него. Вам кажется, игрок, который отдает длинное, он кажется, что... Ох, я типа облегчил себе, потому что, конечно, это нужно здесь бегать и дышать. Это такая работа. Но на самом деле он этой передачей заставил всех побежать, потому что мы должны забить гол. Разговаривайте друг с другом. Шипа, вот там как только пошла неудобно, то есть он спиной туда. Все, сюда даже не смотри, здесь тебя подстрахуют всегда. Вот там главное, не дай ему там. Если он развернется, он будет принимать решение. Паш, вы три нападающих. Три нападающих. А, Паша еще нашел здесь зону свободную. Илюх, ты туда пошел, ты с Мишей. Крути головой. Понятно, что ты смотришь на развитие атаки. Крути головой. Видишь рядом с Мишей? Все, отвались от него. Уйди раз на противоходе сюда. Что он будет? Ему нужно тебя контролировать. Ему нужно контролировать мяч. Усложняй ему жизнь. С ним будешь бегать, он будет отдыхать. Ты и так к нему привязан, он просто будет мяч контролировать. Понял? Мяч, мяч сюда, мяч сюда, пошли. Есть футболисты, когда ты даже просто, они уже поопытнее, понимаешь? А ты просто коснешься, он раз сразу, все, это фол. И ты договоришь, я не фолил. Да, все видели, что ты не фолил. Но так такие правила. Не надо, мы вылазим оттуда, не надо себе привозить. Как только вы отобрали мяч, постарайтесь сразу найти.
постарайтесь сразу их отрезать. Команда, вот у соперника всегда такой принцип. Когда она теряет мяч, она а, раскрыта, и б, если она сразу будет вступать в отбор. Ну, хорошо организованная команда. Нам надо выиграть вот эту секунду. Эта секунда определяет, мы забьем там гол, выиграем или не выиграем. 10 не забьешь, ты мне доллар должен. Если забиваешь, я тебе. Хорошо. Вот когда быстро, хорошо, все хорошо, тогда есть угроза. Молодцы, молодцы, ребят, здорово, спасибо, спасибо, молодцы.